Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы будем строить меч. Итак, начнем. Строим рукоятку меча. Так, аккуратно. Ставим вот такой как бы блок. Вы видите, да? Далее выбираем дубовые доски. Ну или вообще как бы просто светлые доски. И начинаем строить рукоятку меча. Строим аккуратно. Вы видите, по два блока. Внизу делаем из темного дерева. Так, вот. Все получается нормально. Вы видите? Вот. Далее, смотрите, что мы делаем далее. Мы должны выбрать, значит, черный материал и начинаем делать, как бы это сказать-то. В общем, ну, как бы часть рукоятки меча. Я даже комментировать это не буду, потому что это вот, ну, реально очень сложная конструкция. Вы, главное, смотрите внимательно, потому что здесь что-то говорит, что блок туда, блок сюда. Это будет реально очень сложно. Так, сейчас я подумаю. Да, вот так надо сделать. Вы, наверное, такие смотрите и думаете, что это такое вообще. И как это вообще, какая-то просто конструкция непонятная. В общем, сейчас все придет в норму. Вы видите, это была как бы верхняя часть. Я сейчас буду делать нижнюю. Я потом отлечу чуть-чуть в сторону. И вы сможете посмотреть, как бы, как надо было ставить блоки. Потому что, я говорю, здесь реально очень сложно что-то объяснять, как ставятся блоки. Я просто это буду делать, а далее вы увидите. Так, ну вроде получается неплохо. Хотя, вот я говорю, вам, наверное, вообще непонятно, что сейчас происходит. Потому что вы просто видите какие-то наборы блоков, что-то как-то ставится, между ними свободные блоки размещаются, и все это кажется, что в хаотичном порядке. На самом деле нет. В общем, почти готово. Сейчас я тут секунду подумаю. Да, вот так надо поставить. Так. Угу. Так, сейчас секунду, я посмотрю. Да, смотрите. Почти готово. Все, ставлю, значит, последний блок и вуаля. Смотрите, видите, то есть получилась такая рукоятка меча, причем она симметричная. Неплохо, да? А далее, да, вроде все ровно. Вот, как бы вы можете посмотреть, как они ставятся. То есть, если вы захотите такой же меч создать, вы просто зарисуете, грубо говоря, и все. Сейчас надо поставить 8 блоков. Так, это 3, 4, 5, 6, 7 и 8 последний. Здесь ставим 2 блока, потом вниз 2 блока. Далее, теперь нам надо сделать 7 блоков, а не 8. Так, это 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Все, получился вот такой как бы меч, видите, да, прикольно. Далее ставим по центру красный блок. Ох, нифига яркий. Тут заполняем золотом. Заполняем, как бы такая, знаете, рукоятка из золота. Далее деревянную рукоятку мы заполняем светлым деревом. Так, потом выбираем алмазный блок, ставим на кончик меча и, соответственно, делаем лезвие, тоже алмазное. Блин, офигенно так светится. Мне прям вообще реально нравится. Я надеюсь, вам тоже нравится. Так, почти готово. И последний штрих. Вуаля! Все, получился вот такой вот меч, пацаны. То есть, ну, я думаю, это реально очень классная постройка. Вы сможете использовать этот меч. Смотрите, как прям нафиг. Блин, это реально классно. В общем, я надеюсь, вам этот меч будет полезен. Вы сможете применить в своих постройках. Может быть, вы вообще сделаете статую с мечом или что-то еще. В общем, ну, меч реально классный. Я надеюсь, вам тоже нравится. Если это так, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и всем пока!